Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня мы продолжаем играть Angry Birds 2. И следующий уровень у нас 144. Ну, для начала давайте откроем небольшое сокровище сами, и мы получаем сами самоцветы, 3 штучки. Окей, набрали мы сами 100 самоцветов, и давайте начнем уже проходить 144 уровень. Так, сложный уровень у нас написан, сейчас посмотрим, что же там сложного. Давайте мы с вами возьмем снежиночку, и если уж это уровень сложный, давайте возьмем перчик с вами и посмотрим, что у нас там ожидает, насколько будет нам сложно. Так, у нас мы видим с вами 4 этапа, и так, нам бы тут не помешал бы, конечно же, Ред, но, к сожалению, его нету. И давайте мы с вами, знаете, что сделаем, наверное, отправим Матильду, да? Матильдочку сейчас мы с вами отправим и посмотрим. Бумс. Бамс. Отлично. Так. Блин, почти получилось. Может сказать, даже ничего ни хрена и не получилось, да, ребята? Так, накричим. Вот так вот, отлично. Давайте. Сваливаемся. Так, это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Так, давайте мы с вами возьмем тогда Терренса, да, и отправим его подальше. Давай, круши там все. Отлично. Давай. Падаем. Умираем, падаем. Отлично. Так, прошли мы с вами первый этап. И давайте пойдемте дальше, посмотрим, что нас там ждет. А ждет нас тут... Так. Бомб есть у нас. У нас есть Матильда. Давайте Матильду, наверное, все-таки возьмем. Возьмем мы нашу Матильду и сейчас попробуем убить сразу 2 зайца. Бомс, вот так вот. Давай, крушись. Чуть-чуть осталось, и все бы нам прям сошло бы с рук, да, ребята? Ну, блин, неохота бомбу сюда тратить, да, все-таки? Но, по ходу дела, ребята, придется. Да. Еще бы чуть-чуть, и все бы у нас получилось бы идеально. Просто... Бомс. Вот так вот мы с вами заканчиваем второй этап. У нас есть третий дальше. И сейчас посмотрим, что нас там ожидает на третьем этапе. Так, у нас тут есть серебряночка. И что же мы можем сделать с серебряночкой? А хрен знает что. Так, ну давайте попробуем чисто так. Так, что мы попробуем-то, а? Как же нам быть-то? Ну, давайте напрямую удар. Вот так вот. О, нифига себе. Что, даже и так получается, что ли? Так, у нас есть полный комплект наших бонусов, да? И что, блин, с ними делать, черт побери? Так, ну, давайте потратим тогда перчик, наверное, да? Посмотрим, куда он у нас уйдет. Та-дам! Блин, ну нахера туда? Вот нахера. Да... Как всегда, всякая хрень, да, ребята? Всякая хрень. А нам же еще нужно... О-о-о, давай, разваливайся. Там что-то, ребята, происходит. Смотрим, смотрите. Сейчас, секунду, тут что-то происходит у нас. Ну, давайте разваливайтесь. Нет, не получится. Так вот, о, есть. А ты тоже давай сваливайся сюда. Есть. Давай, задевай. Есть, отлично. Вот это, ребята, круто. Так, третий этап у нас пройден. Переходим к четвертый, финальный. Пока что ничего сложного, да? Но, может быть, нас ждет тут какая-то подстава. Но пока что что-то я ничего не вижу такого. Давайте, наверное, мы используем уточек. Уточек мы используем, наверное, после метелицы. Все-таки вот так вот и полетели наши уточки. Уточки, давайте кря-кря, быстренько всех сделаем. Отлично. Что-то хотя бы есть, толк какой-то. О, круто. Так, как же нам быть-то? Вот так, давайте вот так мы сейчас с вами сделаем. Та-дамс! Окей. И давай мы тебе сразу отправим к Терренсу нашего. Вау, отлично. Прошли мы с вами этот уровень. Не такой он уж и сложный, этот 144 уровень. Идем дальше.
Итак, следующий уровень у нас 145-й. Специальные предложения нам не нужно, ребята. Давайте 145-й уровень. Посмотрим, что у нас там. Так, давайте заберем мы с вами самоцветы наши. И пойдем на 145-й. Сложный уровень не написан, значит, он, наверное, легкий. Вот. Если сложный уровень написано, так, а он какой-то легкий, то в обычном интересно, что там нас ждет. Давайте возьмем метелицу. Всего лишь одна метелица у нас остается. Так, и у нас 5 этапов. И давайте мы начнем с вами от с Матильды. С Матильды начнем мы с вами. И та-дам! Давай, отлично, отлично. Блин, не в ту сторону. Надо было в ту сторону сваливаться, падла. Ладно, давайте возьмем сейчас с вами Чака. Чак Норрис. Эй, чё за хрень? Ты чё? Это я не успел нажать, получается, да? Ладно, ладно. Бомс. Окей, второй этап. Второй этап у нас. Итак. Мы видим, тут у нас есть шарики. Давайте возьмем синие троицы, наверное, да, все-таки. И начнем с синей троицы. Давай! Черт побери, я же не углядел то, что у нас... Блин, вот этот маленький шарик нам еще надо было задеть, и было бы все good. Но, к сожалению, у нас не получилось. Как сейчас нам быть-то, а? Черт побери. Ну, давайте попробуем. Бомс! Давай. Бумс. Давай, взрывайся. Есть, отлично. Так, что мы сейчас с вами будем? Может, все-таки что-нибудь свалится у нас само по себе? Или нифига не хотите? Так, ну если нифига не хотите, то придется, наверное, бумс. Матильду нашу взорвать. Отлично. Все, прошли мы с вами второй этап. Ну, потратили дофигища птичек. Так, у нас третий, сейчас посмотрим, может быть третий у нас быстро все пройдет. У нас тут есть наш дорогой бомб. Так, что же нам делать-то, а, ребята? Никак мы не можем... А так, давайте вот так вот попробуем все-таки, да. Та-дамс! Вот так вот повалим, и у нас цепной реакции не получилось, к сожалению, поэтому сейчас нам придется отправить туда бомба. Так, отправляем бомба, и сейчас, я думаю, бомс все сделает за нас. Все отлично, вот так вот прошли мы с вами третий этап, следующий четвертый. Итак, сейчас посмотрим, сколько у нас птичек осталось. Блин, мало птичек у нас остается, но мы сейчас дополнительно еще с вами получим. Но я даже не знаю, сколько нам здесь придется потратить. Так, как бы я поступил бы? Наверное, взял бы Терренса. И примерно вот так вот его и пустил бы, наверное. Давай. Тинчи, взрывайся. Но. Блин, вот это, конечно, не повезло. Ну, давайте синюю троицу отправим еще с вами. Так, давайте-ка чуть-чуть. Вот так вот, чуть повыше. Вот так, давай. Бумс, отлично. Прошли четвертый и последний, пятый этап у нас сейчас будет. И так, у нас тут есть с вами рыдик наш, и нам нужно все это нужно нам повалить. Так, мы можем с вами повалить вниз, а можем повалить в портал, да? Ну, давайте возьмем нашего... А, может быть, мы сделаем вот так вот? А нет, хотя этого нам не нужно делать, да? Нам этого не нужно делать. Сейчас наша цель, наверное, накричать, да? И я думаю, это нам все-таки поможет. Давай! Есть. Давай. Разбиваем все. Отлично. Вот это круто. Вот это я понимаю. Мы сейчас топ-карты получаем. Но нам этого уже не надо, ребята. И вот так вот мы заканчиваем с вами 145 уровень. Так, дальше. И у нас следующий уровень 146. Пойдемте сейчас посмотрим, что у нас там будет-то, да, ребята? Так, максимально 1 687 000 набрано очков. Сейчас мы посмотрим, сколько же мы наберем с вами.
Вот, и мы постараемся, конечно же, взять первое место. Давайте берем метелицу. Метелицу мы с вами берем. Опа, она. Мы тут видим, что у нас целых 6 этапов, ребята. И это говорит нам о том, что нам нужно тут чуть-чуть поднапречься, наверное. Ну, не так же уж, а. Давай. Эх, блин, а. Ну, давай, тентишка, зарвись, пожалуйста. Нифига. Так, ладно, сейчас мы с вами накричим. Да-дамс. И из портала у нас всякая хрень вылетает. Всякая хрень падает. Давай. Есть, отлично. Тан-т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 ан. Давайте больше. Отлично. Вот такой вот у нас круговорот получается с всякого хлама мусора. И вот таким образом мы с вами проходим первый этап. Так, второй этап у нас. Второй этап. И нам опять по ходу дела, ребята. Так. Что ж нам тут нужно сделать? А я примерно понял. Нам нужна Матильда. Так, нам нужна Матильда. И полетела наша Матильда. Вот так вот мы сваливаем. Отлично. Так, дополнительная карточка у нас есть. Крутяк. Берёмте, давайте мы сейчас с вами кого? Да берем самого слабого, наверное. Это синяя троица. И прям ему сейчас по башке как заедем, да? Тунс. Вот так вот. Отлично. Давайте сваливайтесь. Нам не помешают дополнительные очки. Так, идем дальше. Третий этап у нас. И пока что вроде бы у нас все получается, ребята. Пока что все получается. Так, давайте мы с вами, наверное, возьмем тогда господина Терренса, да? Терренса мы с вами возьмем. Да, чуть-чуть повыше. Вот так, да, еще. Я надеюсь, он нас не подведет и нормальненько пролетит. Во-во-во-во, давай. Опа. Отличненько, ребят. Тунс-тунс. И возвращаемся на место, Терренс. Отлично. Переходим в четвертый этап. Весело, круто. Весело, пока что у нас все получается, да? Так, вот тут у нас уже чуть-чуть посложнее будет, посмотрим. Так, у нас, наверное, сюда лучше взять... Пум-пум-пум-пум-пум. Наверное, возьмем бомбу. У нас же чисто один вот этот хрюк там сидит. Поэтому, наверное... Блин, просто так даже туда не прорваться, мы видим. Вот, может быть, вот отсюда все-таки мы пролетим в ту сторону. Давайте попробуем. Если не получится, так не получится. Так, о, нормально. Бомс. Отлично. Вот так вот мы с вами пролетели и прошли этот этап. Еще получили дополнительную карту, синюю троицу. Вот так. У нас это предпоследний этап. И сейчас мы смотрим, как нам лучше быть. Так, давайте вот сюда вот, наверное, ударим. Та-дам! Бомс. Крушись. Но. Эх, еще бы чуть-чуть. Еще и шарик бы взорвали, да? Но не получилось. А, ну ладно. Так, у нас самый последний этап начинается, ребята. И нам сейчас тут нужно будет... Так, ну давайте мы с вами попробуем взорвать, наверное, вот эту тентишку, да? Просто попробуем задеть его синей троицей. А, синей серебряночкой. Бомс, вот так вот. И никакого рикошета, ребята, не случилось, к сожалению. И поэтому давайте сейчас мы с вами возьмем... синюю нашу троечку. И вот прям вниз ударим. Та-дамс, бумс и бамс. Крутяк, ребята. Отлично, вот так вот мы с вами прошли 146 уровень. И так, я думаю, ребята, на сегодня все. Вот, дальше у нас скоро уже будет. Кто там у нас был-то? Последний раз был усатый барон, а сейчас вроде бы у нас, да, принц. Принц это у нас, вот. А нет, король. Король свиней, вот.
уже скоро, может быть, даже в следующей серии уже будет, посмотрим. Вот, поэтому, ребята, чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Вот, а вы были на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, всем пока.